will be you. Ну-ка, подойди сюда. Ты дал объявление? Я. Что это? Если поним... Благор... Сагу... Югу... Человеческое. Следы когтей, укусы, доспехи порваны на куски. Второго тела не видно. Чудовище летающее. Оно схватило второе тело когтями. Но, видно, не все донесло до гнезда. Ниточка за иголочкой. Здесь след обрывается, эти здоровенные птицы должны быть все сожрали. Но если тело тоже нашли раньше меня, остается просто идти на звук. Сука!
Ну? Ай. Спасибо, Ин. Триданские сундуки пустеют. Пора разузнать, нет ли для нас какой работы. Как все это кончится? Думаю, бордель открыт. Минуты и нет. Благодарю. Ведьмака этой бордели. А что вкладывать? Вкладывать свое. Или чужое. Ты меня достался. Служу вечному огню, чтобы очередь удалить. Вечный огонь нас хранит. Видите морду? Здоровье твоего сына, Йост. Золтан? Да? Я знаю, где... Так что же мы здесь делаем? Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой... Можешь рассчитывать на... И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковылял по своим делам, и тут вдруг... Твою мать! Есть минутка? Да. О, тебе нужно... Я знаю, что скоро... Дикая охота? Это не бредни. Прости. Ha ha ha!
вам нравится в Новиграде? Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Ты пришел. Бери за оружие. Убер. Я победил тебя! Похоже на то. Поздравляю. Но как же это? Ведь я... Что это? Я словно слышу смех. Ты дал мне... Прощай. Дух вам больше... Я... Возьми. Вы что, поспорили? А то... Я честно... Не... И по... Буду... Отцы пришел. Красивый мир. Ходи-ка сюда. По мне лучше. Привет. Ты мутант, Может, ведь... О! Это будет... Я хочу драться с... Как ты... Геральт, я готов к... Геральт из Риви. Иди сюда. Получилось. Геральт из Риви. В честной борьбе ты победил чемпиона чемпионов и добыл право носить этот титул. Вместе с титулом ты...
Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. А вы... А что? Как... Чем? Нет. Интересно, что здесь случилось? Здесь кто-то бежал очень быстро, в панике. Следы хорошо отпечатались, а потом они обрываются. Кто-то был связан, но веревки наспех перерезали тупым ножом. Кто-то наступил в вино из разбитой бочки. Следы когтей. Тварь напала с воздуха. Судя по следам когтей, это виверна или велохвост. Разбила бочку с вином, но люди, скорее всего, сбежали. Кайдвенская. Запах будет чувствоваться еще много часов. Идет в пещеру. Одного он догнал перед самой пещерой. Милостью. Тварь. Здоровь. Я за... Мы тут. Королевская виверна. Вот это мне повезло.
Уничтожить. Это не они ли напали на этих людей? Где-то притаилась королевская виверна. Надо уничтожить гнезда, а то они снова расплодятся. Королевская виверна. Откормилась. И как вас... Геральт из Риви. Геральт из Риви. Здравствуйте. Я на... А я... Вот вам. Спасибо. Прощай.
здесь стоит осмотреться. Здесь стоит осмотреться. Теперь помедленнее. Планетники нам дождь посылают. Всегда трупы возил. Возил. Чего ты здесь ищешь, злодей? Этот ты еще дышит. И от страха такой бледный. Приказ велит без грамоты ни одной живой души не пропущать. Можем подождать.
Как же было дело с Минус пусилами! Час очищения! Огонь выищет язвы! Пошла. Дом полностью разрушен, но магический круг выдержал. Портал, похоже, закрыт. Мне понадобится ключ. Черные за рекой стоят, а в городе нет. Рыба должна была быть свежей. А это что? Вот управим. Сударь ведьмаки! Извините. Помогите мужней жене в нужде. Только у меня в кафтане по последней моде. Это ж ясно, как вечный огонь. Почтение.
Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Черт!
что, паскуда? Добра, нет зла, есть только боль. У тебя только стакан. Отлично.